мы все являемся нолем. Ноль, мы никто, ничего. Реально же, мы не можем даже H2O добавить, воду сделать. Мы не можем даже прожабрать шарба. Мы все ноль, а Бог один. Ноль один. Поэтому весь мир держится на ноль и один. Прикиньте. Это в Месопотамии, это в Китае, это в Пифагорейской школе, все. И вот я...